Добрый день, дорогие зрители и слушатели! Я обращаюсь в первую очередь к руководителям и предпринимателям, которым предстоит провести свою кампанию через это сложное время, через кризис. Во время кризиса необходимо самое главное – быть спокойным, уверенным в себе и эту уверенность распространять вокруг себя. Так советует Макиавелли. Если руководитель в минуту хорошую один, а в минуту тяжелую другой, то, конечно, подчиненные это чувствуют, особенно когда минута плохая. Они вместо того, чтобы хорошо работать, перешептываются, делятся какими-то обрывками информации, которые до них доходят, и работают гораздо хуже. Для того, чтобы вести себя так, как советует Макиавелли, для этого необходимо заниматься таким занятием, которое соответствующее, в общем, хорошее, ровное настроение дает. А что это за занятие для руководителя? А это тогда, когда он решает сложную, но интересную задачу. Для того, чтобы задача была не просто сложной, а и интересной, для этого я в ходе вебинара дам вам 6 советов от моих учителей и 16 советов от себя лично. Выполняя эти советы, вы пройдете успешно через эти испытания. Это тяжелое время, которое войдет в легенду вашей компании. И новички будут с уважением смотреть на вашу старую гвардию, которая вот тогда работала с вами и успешно прошла через этот тяжелый кризис. Что такое вебинар? Вебинар – это разработанная в Таллинской школе менеджеров особый формат вебинара, где главным элементом является диалог, видеодиалог спикера с теми участниками, которые задали наиболее интересные вопросы. Но диалог не коллективный, а то с одним, то с другим, со следующим. И в ходе диалога спикер не только отвечает на вопрос, заданный участником, но также может ответить на дополняющие вопросы или даже вступить в полемику, если эта полемика по сердцу тому, кто задал вопрос. Как проходит вебинар? Загляните в описание под этим видео. Там вы найдете ссылку на регистрацию для участия в обучении. Заполните все необходимые данные и ждите от нас письма. В течение суток мы вышлем вам закрытую ссылку на мое видео, где я поделюсь с вами своими советами. До 23 мая вы можете изучать этот материал и ставить свои вопросы в комментариях прямо тут на YouTube. Обязательно ставьте лайки самым интересным чужим вопросам. 26 мая мы пришлем вам письмо на указанный при регистрации адрес с приглашением на видеовстречу в Zoom, где авторы этих самых интересных вопросов по результатам ранжирования всеми участниками посредством лайков в комментариях смогут задать мне свои вопросы лично в режиме онлайн, уточнить их и, возможно, и я им задам встречные вопросы. Таким образом мы с вами осуществим этот видеодиалог. Хочу сказать, что смотреть и участвовать в обсуждении теоретической части на YouTube смогут все, кто зарегистрируется до 23 мая. Однако в видеоконференции смогут принять участие только самые быстрые 100 человек. Те, кто пройдут по ссылке и попадут в комнату трансляции. Всего вам доброго, а главное, будьте здоровы и заботьтесь и о своем здоровье, и своих близких. До встречи на вебинаре!